ночью мне же приехал Яков, мы помнимся в баре «Гора», где разыгрывается третий чемпионат по виртуальному футболу FIFA 2019. Нам сейчас придется увидеть матч за третье место между Дмитрием Давыдовым, чемпионом первого турнира и обладателем серебряных медалей, серебряных медалей второго турнира, и Никитой Постниковым. Никита впервые вышел в полуфинал. Там вот уступил Матвеев с Магином с счетом 3-2. Была опорная борьба. А Дмитрий Давыдов в полуфинале проиграл Станиславу Карпачеву, действующему чемпиону, который выиграл второй турнир «Бара Гора». Игра началась. Дмитрий Давыдов выступает за «Ювентус» в темной форме. Никита Постников за «Ювентус» в белой форме. Хорошо комбинирует Дмитрий в касание за бросом дальним. Тут голкипер все прочитал, вышел и перекатил верховую передачу. Ответная атака Никиты. Хороший пас на фланг. Прострел. Тут драма на 10 оборона. И ответная контратака Дмитрия. Еще пять передач. Мяч у Венца в белом. Добро в воздухе. Пока что матч проходит без особо опасных моментов. Грамотно действует оборона отборных «Ювентусов». Подача. Но в обороне удается действовать слаженно и отвести угрозу. Мяч по-прежнему под контролем у Никиты. Хорошо комбинирует. Пас наперед. Очень раз грамотно действует в обороне Дмитрий Давыдов. Ошибается с передачей. Опасно может возникнуть сейчас контратака. И удар, удар. Первый удар. Опасный момент. Ближний угол. Голкипер выручает Дмитрия. Навес. Пробить не получилось. На подборе по-прежнему Никита. Серия передач. Хорошая стенка. Выход 1-1, удар. И мяч в ворота. Никита Постников выходит вперед. 1-0. Повел вверх с белым. Джукич отличился. Еще действует в отборе Никита, начинает атаку. Хороший дриблинг. Пас центром на фланг. Скрытая передача, навес, удар через себя, мимо. Пока что вот игровое преимущество Никиты, закрыл мяч.
хороший контроль. Что ты отсюда снимаешь? Удобно здесь, спокойно. Ну, что там нормально? Ты на 64-м будешь что-то снимал сегодня? Сегодня целый день, там 5 часов. Что это, Чарли-то? Выиграл 4-0. В одни ворота. Вот они сегодня должны быть со мной, меня поддержать. Ага. Тоже становятся, они будут болеть, они все играют. Они же уже отыграли, могли прийти на финал-то? Они говорят, ну, звони, сейчас... звони, сейчас подойдут. А ты когда, это, давно закончился? Ну уже, конечно. Часов 9, да? Да. У них не последняя игра-то была. Я вообще Станислав. Да ничего, уже в двойку вошел, хороший результат. Молодец. Потренировались с тобой неплохо в прошлый раз. Хорошая передача на фланг. Уже начался, между прочим, второй тайм. Команда поменялась сторонами. Значит, Дмитрия. Дальний удар. Еще один и мяч в воротах. 1-1. Пожимают руки друг другу. Соперники поздравляют. Никита. Хорошая реализация опасного момента. Счет у нас на замечание. 1-1. Хороший дальний удар получился. И Дмитрия забил на этот раз Криштиану Роналду. Хорошо, Никита комбинирует, все, старается в касание. Очень быстро. Сейчас Дмитрию удается завладеть мячом. Возможно, провести контратаку. Хороший пас на фланг. Классно, классно защитник. Падение, вручает Дмитрию туда. Дальний удар на этот раз, когда Кипи справляется. Кипи не торопится. В случае ничейного результата будет дополнительное время и потом серия пенальти. Подача в центр, хорошая комбинация удара. Голкипер, голкипер, прыжки, ловит мяч. Мэйдей прошел финалист первого турнира. Четырех лучших попасть не удалось. Также обладали третье место в прошлых двух турнирах. Евгений Дежин тоже сегодня удачно не улыбнулась. Четверку не попала. Сегодня вот у нас новички, которые впервые борются за медаль. Это как раз вот Никита Осенков. И в финале будет играть Тимофей Смагин с действующим чемпионом Станиславом Карпачевым. Подсказывает комментатор, остается четверть часа, 25 минут. Мяч у Дмитрия. Подача, удается защитнику отбить. И Никита начинает свою атаку. Что раз ошибается с передачей, мяч у Дмитрия. Подача в центр. Защита, защита отлично действует в эпизоде. В первом тайме было преимущество Никиты, во втором Дмитрий перехватил инициативу. И даже не дает выйти из своей половины поля Никите. Хороший правильный. Сначала Райан получает золотую карточку.
мячом, пас на фланг. Борьба. Хороший разворот. Навес. Пробить оборону Дмитрия не дает. Кипер кулаками выносит. И на этом основное время заканчивается. Счет 1-1. Будет дополнительное время. У нас идет матч за третье место. Третьего чемпионата по FIFA 2019 Барри Гара. Хороший пас в центр. Сейчас опасная контратака. Голкипер вовремя выходит и руками бывает мяч за пределы поля. Дальше с мячом Никита. Потеря. Пас назад. Надежно старается действовать Никита. Ошибаться вот в этом дополнительное время. Должно мы увидим серию пенальти. Слушай, мам, ну вот сейчас... Дмитрий Давыдов в атаке. Сейчас на фланг. Подачи блокируются. Удар головой очень опасно было. Дальше чуть выше припаяно. Первые 15 минут дополнительного времени заканчивается. Там не удалось поразить ворота. Счет по-прежнему начинает 1-1. Вот у нас тут жонглирование, фристайл пошел. Так вот, весело начинает атаку Никита Осников. И удар с дальней дистанции, прямо по кипера летит мяч по центру. Пас наперед. Хороший силы финты. Понять Никита. Но в отборе цепь действует. Дмитрий начинает свою контратаку. Серия финтов. Но пройти плотную оборону Никита не удалось. Хороший заброс на левый фланг. Но сил нет уже игроков бежать уже. Идет дополнительное время, все устали, все уже ждут пенальти, серии пенальти. Которые остаются считанные секунды. Ни одна из команд не заберет мяч. И да, мы видим сейчас футбольную лотерею, все решится. Кто же займет третье место. Получим бронзовую медаль. Серия пенальти. Все пенальти пробивает Дмитрий Давыдов, номер 10. Ушел. Удар точно в нижний угол.
перегрыз голкипера. Ответный удар Никиты Постникова. Тоже 10 номер. Тот же игрок. Играют два Ювентуса. Две итальянские команды. Разбег. И в этот же угол прям зеркально повторяется. Никита. Кричал Ранайбер. Дмитрия Давыдова. На этот раз правый угол. Стал расплох. Теперь Никиты. Никита бьет. Также Рональдо. И по центру неудачно голкип разбивает. Счет серии пенальти. 2-1. И Дмитрий не дается реализовать. Бьет Никита. Гол. Счет равный. 2-2. Серии пенальти. 23 номер. Дмитрий бьет. Мимо. Вот шанс Никиты выйти вперед в серии. И Никите не удастся забить 17 номером. Дмитрий Давыдов, номер 6. Удар точно в левый нижний угол. Никита бьет 33 и тоже реализует. Счет равный. 3-3 до первого промаха. И Никита фантастически отбивает мяч. Нужно ему сейчас забить, и он обладает третье место. 19 номер. 18 был. Никита забивает и таким образом завоевывает третье место. Впервые Дмитрий Давыдов остался без медали. Такой у нас драматичный матч за третье место. Поздравляем Никиту. Дмитрий не справится, все впереди. Еще следующие турниры. Там у нас трансляция матча за третье место заканчивается. Всем спасибо за внимание. До свидания. Удачи. Всем доброй ночи. Меня зовут Лев Ликов. Мы там в баре «Гора». И нам предстоит увидеть финал Кубка Бара Горы по Кипа 2019 третьего розыгрыша. У нас встречается Тимофей Смагин. Впервые он пробился, вышел в полуфинал и там обыграл с минимальным преимуществом Никиту Постникова. 3-2. Никита в итоге занял третье место, обыграв Дмитрия Давыдова, чемпиона первого турнира и обладателя второго места второго турнира. Встречается он с Станиславом Карпачевым, действующим чемпионом. Станислав как раз отправил Дмитрия Давыдова в полуфинале со счетом 3-1. Вот нам предстоит увидеть сейчас, кто же станет этим чемпионом, кто завоюет второе место. Серебряную медаль. Тимофей Смагин выступает за футбольный клуб Барселону. Станислав Карпачев вновь выбрал ПСЖ. Сюда выступает за французскую команду из Парижа. Париж Сен-Жермен. Игра началась. Канталонца с мячом сразу. Дается Станиславу отобрать. Сыграет белым. Канталонца с гранатом. Хороший финт. Набирает скорость игрок. На дриблинге уходит от двоих, бьет и голкипер выручает. Навес, удар. Вновь это действует безупречно. Такой вот дебют сразу. Чемпион. Две опасных атаки. Тимофей должен зацепиться за мяч. Планка неудачно.
Зрители подтянулись к стилю. Барселона с мячом. Сейчас набирает скорость. О, молодец. И мяч не попадает в ворота. Модная карта, блядь! Опять же 0-0. Слав с мячом. Хороший заброс, но положение вне игры фиксирует Лайнсман. Прошло уже 25 минут первого тайма, счет не будет. Придется Тимофею сдерживать натиск чемпиона. Чувак передача, но защита прерывает. Удар и после ворота уже заносит мяч. Станислав и выходит вперед. 0-1. Макео дается заводить мячом, хороший контроль. Выход 1-1, удар! Голкипер выручает. Удалось и Тимофею создать первый свой момент. Забить не получилось в этом эпизоде. Красивый заброс. Забить не получилось. Тут удачно действует защитник, прерывает передачу сразу вперед. Мяч у Барселоны. Выход 1-1 и мяч в ворота. Тимофей. Магин сравнивает счет матча 1-1. Гол забил Лионель Месси. И чистый подкат. Пенальти нету. Хорошо, комбинет Барселона. Пас в разрез. 1-1. Удар. Голкипер выручает.
был близок к Тимофею, чтобы выйти вперед. Там. Чуть не повезло. Ответная атака ПСЖ. Хорошая скорость. Дриблинг и мяч в ворота. Очень сложно трона действует. Станислав Карпачев забирает второй мяч. Включился Неймар, 10 номер. Вновь ПСЖ впереди. В концовке самое. Первого тайма гол раздевалку. Там что-то завязает барону. Тимофей. Подача. Прыжок рыбкой. Но вместе не высокого роста и до мяча не затягивается. Хороший отбор. Серия финтов и потеря. Мяч у Станислава. ПСЖ в белом. Это у нас первый тайм завершается. 1-2 лидирует действующий чемпион Станислав. Часть второй тайм. Заброс, мяч у голкипера. Сейчас же с мячом. Пас наперед. На фланг. Его центр. И кто-то перенервничал, нажал центральную кнопку джойстика. После паузы все-таки это не повлияло никак на эпизод. Забивает Неймар. 10 номер, счет 3-1. 1-3 в пользу Станислава. Снова рвется в атаку. Удар, голкипер отбивает. И на добивание отличается на этот раз 23 номер. Счет становится 1-4. И это уже хороший отрыв. Если есть еще время, Тимофея попытаться и ломить. Вот здесь его пользу. Применяет тоже финты. Подает мяч, пас назад. В центр. Потеря. Мяч у Станислава. Хороший пас от Азвес, 1-1 выход. Голкипер, смотри, чудеса, отбивает. Еще по-прежнему 1-4. Сейчас играть 22 минуты. Сейчас уже комбинируют. Потеря. Мяч у Барселоны. Хорошо уходил на дриблинге Тимофей и желтую карточку зарабатывает Тиаго Сильва в составе Станислава. Ну, да. Удар. Мяч косил ворота, но голкипер был готов. Идет уже концовка матча, счет 1-4. Станислав, если чемпион. Многие последуют чемпионскую игру и
заслуженно идет в счете. Пас проходит, удар мимо. Начни палочки со стороны расслоны, замены. Да, с дальней дистанции не точно. Кто-то вон атакует. Потеря, мяч у парижан. Обыграть один в один не получилось. Матвей сразу выносит. Молодец, что перебежал. Так, идет по правому флангу. Став набирает скорость. Пассета. Серия кинтов. И голкипер снова чудеса отбивает. Слушай, комбинация выход 1-1 и пятый мяч забивает Станислав. 1-5. Вот такой празднует. Весело. Отличный финт. Снова пассажир в атаке. Хороший заброс, но тут оборона четко действует. Двигает воздух. Хорошие финты уже каталонского клуба. Потеря. Заброс на фланг. Передача во фланг. Подача и... Нет, есть удар. Оборона Барселоне не дает. Ответная атака. Хороший пас наперед. Пауза. Удар. Голкипер, реагирует. Мяч по-прежнему Барселоне. Наезд. Удар выполнить не дает. Оборона ПСЖ. Красивый финт. Потеря. И уже идет последняя минута. Хороший навес. Скидка. Удар не получился. И на этом у нас встреча завершается. Победа держит Станислав Станиславович. Становится двукратным обладателем Кубка Барагара. Занимает второе место. Тоже хороший достойный результат. На этом мы заканчиваем трансляцию финала. Всем спасибо за внимание. До свидания. Удачи.